культурно-оздоровительном комплексе города Одинцово прошел спортивный праздник для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были посвящены известному тяжелоатлету Виктору Куренцову, заслуженному мастеру спорта СССР, многократному чемпиону мира и Европы, почетному жителю нашего города. Также в наших соревнованиях всегда участвуют дети из коррекционной школы Фурагина и дети из школ для детей с ограниченными возможностями здоровья «Гармония» и «Надежда». И наши три команды нашего Одинцовского района, нашего клуба «Одинец». Этот турнир проводится уже второй год подряд. И с каждым разом желающих принять в нем участие становится все больше. Побороться за звание лучшего приехали спортсмены из разных уголков Подмосковья. Всего более 100 человек. Сегодня приехал ряд городов: Волоколамск, Пушкино, со всей Московской области. Все клубы инвалидов хотят принять участие в этом турнире. Не так давно Виктору Григорьевичу исполнилось 78 лет. Ему не удалось лично побывать на празднике, но он передал участникам соревнований видеообращение с пожеланиями и напутствиями. За честными состязаниями следили главный судья Николай Куницын и его команда. Спортсмены боролись за медали, кубки, грамоты и сувениры с изображением Виктора Куренцова в дисциплинах дартс, настольный теннис, русский жим, отжимания и пресс. Также бросали мяч в баскетбольное кольцо и поднимали гири. Впервые на соревнованиях участники могли проверить свою меткость в выставочном турнире по настольному боулингу. Всех этих людей объединяет одно. Несмотря ни на что, они всегда готовы идти вперед и никогда не сдаваться. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».